Баскетбольный клуб «Самара» провел заключительный домашний матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Встреча собрала полные трибуны. Интерес к игре подогревали позиции команд в таблице. Первая у хозяев и вторая у гостей. Кто победил в главном противостоянии тура, расскажет Антон Вашурин. Матч «Самары» со «Спартаком Приморья» собрал полные трибуны. Такой ажиотаж связан с тем, что соперник «Волжан» сейчас находится на втором месте в чемпионате Суперлиги. И встреча с самого начала стала оправдывать ожидания любителей баскетбола. Хозяева повели 14-8. Результативная игра продолжилась и дальше, но только со стороны гостей. Первую четверть они выиграли 23-20 и начали быстро отрываться во второй 10-минутке. К концу первой половины счет был уже разгромным 30-47 и не в пользу «Самары». Мы успокоились хорошим началом. И плюс соперник очень хороший процент попаданий именно с трехочковых забил. И тем самым, а мы не забили. И этим самым нас чуть-чуть не нейтрализовал. В третьей четверти в дело включились Максим Числов и Евгений Фиди. Их удачные действия в атаке вселили надежду на победный исход матча. Болельщики каждый забитый мяч хозяев встречали овации, и это только помогало сокращать отставание. К концу 10-минутки от преимущества гостей осталось 9 очков. Но «Спартак Приморья» вовремя вернулся в игру. В начале четвертого периода разрыв в счете вновь стал двузначным. До самой концовки «Волжане» не могли подобраться ближе, чем на 10 очков. Но за минуту до сирены добивание Ликявичуса и трехочковый Голихова вернули интригу. Тем не менее, гости реализовали свою последнюю атаку и победили. 69-77. Мотивация у нас была больше, и это решает уровень таблицы тоже больше. «Самара» как первая, она остается первая, а для нас все-таки второе место, преимущество домашней площадки в полуфиналах очень важно. Может быть, где-то немножко недонастрой был. Ну, я считаю, ничего страшного. Лучше это сейчас произойдет, нежели в плей-оффе, где будет самое важное. До самых важных игр «Самаре» предстоит провести еще два матча в Санкт-Петербурге с аутсайдерами турнира. Местными «Зенитом Фарм» и «Спартаком». Антон Вашурин, Тимур Набиев. Новости губернии.